У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. 1, 2, 3. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Fly or Die IO. И в данный момент я играю за призрачного жнеца. За призрачного жнеца играем и, разумеется, прокачиваемся потихоньку. Но прикол в том, что здесь один чувак, который первое место, он пошел на босса. Я не знаю, где он есть, не знаю, где босс, но мне что-то подсказывает, что сейчас чувак этот умрет. Я ни босса не вижу, ни его. Я уже, блин, пролетел столько, блин, такую территорию. Так, на себя выманили босса. Убьет ли он меня? Да, он меня убьет. Нет! Фух, я живой. Я живой. Теперь нужно отхиливаться. Как отхиливаться, я не знаю. Здесь не отхилишься нормально, потому что здесь некого бить. Где он там есть, топер? Ты не заметил, куда они улетели? Неправо улетели? Да, неправо улетели. Я его спас. Отогнал на себя. Ребят, это тактика вот как раз таки с двумя игроками. Как нужно играть. Ну, у меня пока что есть жизни, но, блин, надо фул. Максимальное количество жизни себе восполнить. Давай, зажимаем его. Да! Офигеть, мы его победили! Офигенно. Круто, это реально круто, ребят. Мы вдвоем с ним попробовали. Здесь не обязательно даже прокачиваться до смерти с косой. Просто, смотри, сколько мне дали опыта за него. Просто сколько опыта. Я сразу перегнал, получается, топера. У него было первое место. Теперь через час только восстановится этот босс. Офигеть. Ну это реально круто. Это реально прикольная тема. Офигенно. Учитывая, что мы так играем с ним, это действительно прикольно, что все получилось. Просто объединились с чуваком. Ни с того, ни с сего. Ну, разумеется, я с ним объединился, но он-то не объединялся с моим кланом. Если, ребят, вы будете его видеть, разумеется, не думайте, что он вас трогать не будет. Он, скорее всего, вас кушает. Кстати, сказали, что Versus Game, это, оказывается, тоже плохой чувачок. То, что убивает своих, оказывается, говнюк. Эх, не надо так делать, не надо. Некрасиво. И, в общем-то, да, ребята, вот такое вот быстрое получается уничтожение босса. Только начал запись, а уже победил его. Но, видишь, просто вовремя зажали его. Вот этот вот топер почти его тоже убил. Но, видишь, мало хп у него осталось, он такой решил, не, нафиг надо, опасно. Какой-то этот призрачный жнец здесь, 78321. Здесь говорят то, что кто-то доминирует в этой локации, нужно спасать их. Ребят, не забываем про клан, пишите Лекс, и, разумеется, становитесь полноценным, как бы так сказать, представителем моего клана. Этот дракон надо есть. Дайте мне на дракона пойти, я вас сейчас всех съем. Меня уже остановили, я уже не успею на дракона. Иди сюда, дракон. Иди сюда, масенький. Пишите такой вот клан тег, как у меня, в квадратных скобочках, и вы, разумеется, будете моей, так скажем, семейкой. А, это Versus Game был, оказывается. Съедаем его. Кидаем, видимо, Versus Game. А что это? А что это ты показываешь сердечки-то, а? Все на тебя жалуются. А он сердечки сидит, показывает. Я твой подписчик, привет. Данил, привет. Геймер, привет. Всем привет. Передаем приветики. Ребят, не забываем, что в Дискорде вы можете найти как раз-таки таких же игроков, как и вы. И, разумеется, вы можете стать одной командой. Для этого вам всего-то навсего нужно приписать в начале ника Лекс, и вы, разумеется, есть друг друга не будете. Вот этот Лекс, он ест. Он, конечно, не такой приятный, как все остальные лексики. Осторожно, вас сейчас съест птеродактиль. Будьте осторожны. Так, кусь. Видите, ребят, сразу же с призрачного жнеца я прокачался до смерти с косой. Это ли не чудо? Это офигенно, это просто круто. Ой. Говорят, вот это вот
терроризируют здесь полностью территории. Но мне, Маша, мешают мои же эти... Моя же Тима долететь до него. Данил, придется тебя убить. Эх! Будем ждать его. Будем его ждать. Говорят, терроризирует. Не дает никому качаться. Я, как знаете, представитель правопорядка какого-то, представитель закона, пришел решать проблемы. Кто это у нас нарушает? Кто это у нас всех убивает? Попили водицы. А он-то не попил. Я не знаю, есть там у него премиум, нету. Ждем его. Да это на 6-м месте, который чувак. Он всех убивает здесь. Давай, выходи, выходи, гаденыш, выходи ты. Огненная птица, мы тебя не боимся. Ну я-то уж точно. Гост вон прокачался до птеродактиля. Осторожно, чувак, здесь сидит ваш главный враг. Не мешайте мне. Мне все сейчас мешают, видишь, в чем проблема. Геймер, здорово. Ну чё, будет выходить, как думаете? Мне кажется, не будет. Мне кажется, не будет выходить. Но в любом случае, я буду ждать. Видишь, он был тогда сверху. Снизу атаки практически не проходят. Нужно, чтобы он был снизу, наоборот. А я сверху бы его так... На. Подожди-ка, он качается. Я не понял. Он ушел что-таки? Он все-таки ушел, я даже не заметил. Вот это уже какой раз, ребят. Это не мне дали опыт, а ему. Лол. А, так мне, наверное, опыт вообще не дают. Да, мне опыт вообще не дается. Поэтому, наверное, не дали. Где дракоша Тоша? Где Феникс? Ну, Феникс-то прокачка все еще шла, я видел. Выходите, друзьяшки мои, будем вас уничтожать, чтобы вы не мешали никому. Дракон нашел. Этого чувака я уже достаю не первый раз. Ему уже, наверное, надоело это. Выходи, дракон. Он вышел. Ну, конечно же, мне нужно залететь в это облако. Как иначе-то? Охота на драконов. Феникса мне не удалось поймать. Придется ловить дракона. Мне кажется, Феникс уже прокачался до мухи. До космического насекомого. Но я не уверен. Давайте слетаем наверх. Так уж и быть. Мало ли все-таки там. Давайте поглядим, посмотрим. Узнаем же все-таки. Тинти. На 10-е место перешел каким-то волшебным магическим образом. Красава, Тинти, красава. Так, ну что у нас здесь получается? Островов нету никаких. Во, первый остров. Кислорода сейчас восстановим. Если, конечно, мы приземлимся наконец. Но у космических существ, конечно, преимущество. Я не смогу за ними нормально гоняться. Валим этого жука. Его никто не ел. О? Ей! Я его нашел, я наказал, ребят, его. Я его наказал. Как просили. Он вас терроризировал, не давал вам качаться. Теперь ему нужно опять качаться. И он опять вас будет терроризировать. Представляете? А знаете почему? Потому что он сейчас будет опять Фениксом или кем-то, драконом. Я сделал так, чтобы он вас не терроризировал, а он же будет опять терроризировать, по сути. Ладно, спускаемся. Уи-и-и. Водички попьем. Такая вот, ребята, абсурдная ситуация получилась. Как-то так. Все стараются качаться, ребят. Клан до сих пор, как бы, много людей в клане, действительно много. Сейчас очень много вас встречаю, всем передаю привет и так далее, никого не убиваю из вас. Но топы все еще, ребята,
к сожалению, заняты большинством именно других игроков. Не мной. Не мной топы заняты. Не лексиками. Но, ребят, старайтесь, старайтесь. Я уверен, что у вас получится все. Я уверен, что у вас все получится. Просто... просто качайтесь. Влад. Привет тебе, Влад. Он хвостик, блин, налетает. Ой, кто это у нас опять? Дракоша какой-то, Тоша. Вон он, бес! Ах ты, масенький! Иди ко мне, мой масенький бес! Хорошенький! Жаловались на тебя, блин. Надо тебя, конечно, уничтожать получается. Но это не из моего клана, поэтому никакого сочувствия я к нему не испытываю. Будь он из моего клана, разумеется, может быть, я бы такой подумал бы, блин. Эх, он написал Лекс. За что я его так ненавижу, за что я его так убиваю. А тут нет никакого, никакой приписки, поэтому... Драконы. Это мое. Там не было приписки тоже. Дракон, привет. Давай дружить. К воде его не пускаем. К воде дракона не пускаем. Блин, давай, уходи, уходи. Красава. Вовремя все сделали. Тебя я не выпущу. Своих спас. Все сделал как надо. И вот самое печальное, что бес может выйти здесь. Я даже не успею это заметить. Но он и босса может здесь убивать. Вот еще печальное кое-что. Ей! После такого, наверное, он ливнет, потому что я уже не первый раз его убиваю. Но он терроризировал здесь всех моих. Просто всех. Весь клан мой был под атаками. Трах, проходи, проходи. Ну, ребят, я на этом, наверное, закончу. Здесь можно, в принципе, дальше вот так продолжать набирать очки, но я не вижу в этом смысла. Мне вот это неинтересно. То есть здесь можно и 5 миллионов, и 100 тысяч миллионов, и 100 миллиардов миллионов набрать. Ну, как бы это чисто для тех, кто любит находиться в списке рекордов, который общий список рекордов. Так что, если вам такое нравится, вы можете, в принципе, набирать. Можете даже скидывать предложку паблика ВКонтакте, как вы набрали какую-то определенную сумму, либо наоборот, то, что все лексики были в топе, к примеру. То можете, в принципе, скидывать такие скриншоты, я их опубликую. Так что, с вами был Лекс, надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Я считаю, что это видео просто достойно огромного количества лайков, потому что вначале мы убили босса, это было просто невероятно, unbelievable был, реальный unbelievable. Чувак меня испугался почему-то. Ну, ну. Да ешь, я тебя не убью, дурачок. А, его вот этот может убить. Ну, в принципе, да. Логично. Я-то не буду никого убивать. Так что, ребят, на этом все. Обязательно подписываемся, выполняем то, что я вас прошу. Лайки, дискорды, ВКонтакте группа. Все это очень важно. И я всех вас везде... в этих социальных сетях своих жду. Так что да, с вами был Олег, спасибо за просмотр и всем добра.